Кунгуре объявлен конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования и проектов территориального общественного самоуправления на 2021 год. Участниками могут стать инициативные группы или органы территориального общественного самоуправления, так называемые ТОСы. Напомним, в прошлом году Кунгур впервые был признан победителем конкурса на краевом уровне, благодаря чему в город удалось привлечь несколько миллионов рублей на строительство спортивных площадок. Их возведение было приоритетным направлением прошлого года. В этом году все направления проектов имеют одинаковую значимость. Из всего количества представленных проектов от кунгуряков конкурсная комиссия отберет те, которые будут представлены на краевом уровне. От города на Пермский край пойдет всего 4 проекта с суммой максимальной возможной 4 миллиона рублей. Есть ограничения по одному проекту. Один проект должен быть стоимость данных работ не менее 200 тысяч, не более 4 миллионов рублей. При написании проекта стоит помнить, что программа предусматривает его софинансирование. 90% на него выделяется из бюджета, а 10% должны собрать жители, индивидуальные предприниматели или юридические лица. Прием заявок в управление городского хозяйства стартует с 31 августа и продлится до 4 сентября. Главное – освещать свой проект, к которому стремитесь, в средствах массовой информации, на сайте администрации, ВКонтакте, не знаю, Инстаграм, в любых соцсетях. Вот, на телевидении. Об этом говорить, развешивать листовки, привлекать как можно больше жителей. Чем больше жителей, благополучателей будет от проекта, тем, естественно, данный проекту отдается преимущество. Уже сейчас проекты необходимо готовить к представлению на конкурс. На все вопросы инициативным кунгурякам готовы ответить в управлении городского хозяйства по телефону 221 57.